1965 году один из основателей компании Intel, Гордон Мур, обнаружил удивительную закономерность. Количество транзисторов в микросхемах возрастает примерно вдвое за год. Мы называем это правило с несущественными модификациями законом Мура. Закон Мура – это страшная сила. Посмотрите на небо. Все звезды, которые вы видите, входят в нашу галактику. А теперь вообразите, что сейчас за одну секунду в мире производится 25 таких галактик, но из транзисторов. И вот этот закон Мура – это главный драйвер индустрии 4.0. Но такой рост не может быть вечным. И люди, скажем, вице-президент NVIDIA Билл Дейли и физик-теоретик Мичел Каку говорят, что закон Мура либо уже мертв, либо умрет в ближайшие 5 лет. Дело в том, что нельзя уменьшать размеры транзисторов до бесконечности. Когда они станут меньше 5 нанометров, рабочая температура чипов станет слишком высокой. Электроны начнут улетать. Неужели рост скоро замедлится? Нет. На смену приходит новая технология, называемая спинтроника. В устройствах спинтроники, в отличие от устройств обычной электроники, энергию или информацию переносит не электрический ток, а ток спинов. Сейчас в мире идет бум. Спинтроника вместо электроники. Новые технологии наступают. Индустрия 4.0. Готовьтесь!